Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Дневник Домохозяйки. И с вами я, домохозяйка Алла. Сегодня у нас обзор покупок с продуктового магазина. Начнем. Соль, рис. Еще просили говорить цены. Килограмм риса 54 рубля. 2 килограмма муки. Вот, кстати, хорошая очень мука. Мука царь 72 рубля. Батон нарезка у нас стоит 30 рублей. Лепешки вот такие узбекские 28 рублей. Мягкие, всегда свежие. Ну, банан зависит от магазина. Здесь у нас дорогие фрукты. Вот 98 рублей за килограмм. Холодец куриный вообще обалденный, элитный. Одно мясо 222 рубля за килограмм. Вот это упаковочка вытянула на 91 рубль. Колбаса со шпиком муромская. Саша всегда берет. Была акция на нее 205 рублей за килограмм. Икра 49 рублей. Мажитель 92 рубля. Ряженка 76 рублей. Вот такая эго. Это тоже местный производитель. Кефир шахунский, из которого я делаю сыр Филадельфия. 36 рублей пачечка, ну пол-литра здесь. Молоко 54, по-моему, рубля литр, тоже наше местное. Еще какая-то новинка появилась, развесные ежики, полуфабрикаты мы взяли. Курица со свининой, цена за килограмм 150 рублей. Вот 6 ежиков у нас вытянуло на 77,70. Мармелад развесной для Евгения. Цена за килограмм 295. Вот такая вот подложечка жевательного мармелада на 46 рублей. Суперстики наши уже, вы, наверное, во всех моих покупках их видите. Это любимые лакомства нашей Евгении. Их, наверное, для нас только и возят. Как их привозят, мы их сразу, наверное, все забираем. Это какие-то карамельки. Цена одной штучки 8 рублей. Берем ей сразу по десятку. Ну, выдаю, иначе съест все за раз. Спички 15 рублей упаковка. То есть рубль 50. И сегодня была акция на помидоры. Вот такие чудесные помидоры. Всего по 60 рублей за килограмм. Это вообще супер. Овсяные отруби искала в гипермаркетах, не нашла. А около дома, оказывается, они есть. 200 грамм 49 рублей. Это мне для овсяного блина. Вообще шикарный, без добавок, 100% натуральный продукт. Из них я пеку овсяный блин. Кто меня смотрит, я оставляла рецепт овсяного блина на канале. Это ппшный завтрак. Вот. И еще тоже обращала внимание вот на такую гречневую лапшу. Эту лапшу я покупаю для мамы с бабушкой. Они диабетики. Но в Нижнем Новгороде такой лапши нет. А здесь вот в единственном магазине я ее видела. Есть вот такая лапша гречневая. А производитель, кто у нее, я, конечно, сейчас не увижу. В общем, очень хорошая лапша. Сейчас Саша посмотрит. Ну и прихватила попутно вот такая приправа. Приправыч, фирма Приправыч, мне очень нравится. Для курицы, прямо она уже с пакетом для запекания идет. Чесноком и травами. Мускатный орех взяла. Хочу сделать домашнюю колбасу. Ну, попутненько прихватила пачечку дрожжей. В общем, мы сегодня обошли с малой кровью. 1400 наша покупка составила. Вот. Такие вот наши покупочки сегодня. Ну, такое все самое необходимое. Город мясо. Пенза. А, город Пенза, оказывается, гречневая лапша. Мясо у нас есть в морозилке. Ну, в общем, как-то так вот, мои дорогие. Спасибо, что были со мной. Спасибо, благодарю за внимание. Люблю, ценю и уважаю. Ваша Алла. Пока-пока. До новых встреч.